eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, всем привет. Очередной игровой день в рамках Star Ladder, Star серии. И команда Midiumaker сегодня испытывает, по-моему, просто проверку на прочность. Сначала Титаны, потом Fnatic, потом еще просто куча-куча разных раскладов, наверное, у них будет. Но вот самый первый матч с Титанами на Нюке, это вообще опасно. И вот Нюк Ладдер продолжается. Как бы мы не хотели с вами увидеть другую карту, смотреть придется именно Нюк Ладдер. Это будет весело, наверное, и эпично. Но у нас есть кое-какие доводы, я не знаю, может быть, размышления наших слух о том, что Нюк, скорее всего, будет меньше всего задействован и готовится, поэтому так активно его команда использует сейчас. Так, ну что ж, по нулям. Ножи, сайдпик. Ну, тут, наверное, мумам можно пожелать удачи огромной. Составы команд на сегодняшнюю встречу. Команда Midiumaker, Польша, Лурд, Мичу, Гипер, Миниск, Иноцент и Титаны. Это, естественно, французы, бельгийцы, Экзистенс. Его друг Скрим, НБК, Шокс и Смитс. Вот такая вот связочка. Ну, состав боевой, на самом деле, и мы об этом прекрасно знаем. Фавориты чемпионата, так сказать, будут играть сейчас с выходцами из про-серии Star Ladder, они же Midiumakers. Квот в Катовицу от них ушла в матче против Alternate, при том, что очень-очень неудачно они отыграли свои карты и проиграли буквально в шаг. Да вообще сегодня непростой день для команды МИМ. Проверка на прочность от Титанов, после чего будут Фнатики. Ну, короче, не сладко придется полякам. И вот на что способны парни. Ну, сейчас узнаем. И узнаем. Сейчас узнаем. Но мне кажется, что вот если возьмут в защиту, то шансы весьма хороши на удобную первую половину, а вот со второй придется пободаться. Но Титаны... пока плохо начинается. Ну, подожди, хотя нет, сотый Ковальский, Смитс. Вот был бы Смитс резанный, был бы шанс. Да, было бы попроще. Ну, посмотри, Скрима забирает без потери. И резанули. Резанули друг друга. Ну, шанс был на самом деле, если бы ушел от второго ножа, но не ушел. Сва просит французы. Справедливое решение, ну и, соответственно, более правильное для них. Так, ну и мы ждем свапа, собственно говоря, и лайва. Предполагаю, что Midiumakers нацелится сейчас. Давайте смотреть респы сначала, что у них с атакой получается. Вот, ну, неплохо, неплохо реснулись, на самом деле, бывает хуже. Еще один рестарт. Первый респ Лурд, Миниск. Ну, тут мейна вряд ли... Выход на мейн мы вряд ли сейчас увидим, но, по-моему, настроены серьезно. Так, смог Лурд взял. И смотри, Ковальский на раскидке страйк. Тут будет очень плотно. Забрасывает. Да, плотный заброс. Намечается, у Урда есть дым-флешка, у Ковальского дым-флешка, декой и... А, две флешки. Вот так вот. Ну, французы тоже не остались за пределами, скажем так, закупа на армор. И тоже купили флешки, гранаты. Видимо, готовый раунд. Улица проходит, Ковальский пронырнул. Стрит и скрим. Да, и параллельный выход на рампы. Будут закрывать просто... Рампы с двух сторон, есть первый минус от Миниска, забирает МБК. Вот она, польская агрессия оказалась весьма правильной. Застали врасплох нижний. Мичу, минус Смит. Шокс и нереальная стрельба от Шокса, но, к сожалению, 2 в 3 для французов. Шокс продолжает выступать на уровне, задавил еще вдобавок Лурда. Так, бомба остается на нижнем, скрим и Шокс в длинном... В очень непростой ситуации постараются выбить поставленную бомбу. Они стараются сейчас Ковальского как-то выцепить, но боятся выходить в перекрестный огонь. Но рано или поздно придется. Поляки все-таки пересидели и перетерпели. Численное преимущество здесь уже выигрывает. Так, все. Шокс врывается на плен. Посмотри, вот у Шокса замечается экшен. Скрим не подстраховал. И на сцену забирает Скрима. И также падает Шокс. Не организовали свой выпад Титаны. Сыграли линейно. На самом деле очень даже хорошие позиции заняли мимы. Перекрестный огонь, один в трубах, один за плантом и один на вилке. И не оставили никаких шансов игрокам команды Титан. 1-0. Поляки берут пистолетные в атаке. Это интересно.
очень интересно. Так, ну вот французы, знаешь, могут, наверное, сейчас взять так раз, диглы в руки, и пистолеты залетают. И все будет токи-доки. Ну, кстати, у поляков очень веселый бай, 1 АКМ и 4 Галива. Вау. Ну, вот знаешь, это пушка, которая не дропается. Опа. Неужели продолжат с ней играть в бай-раунде? Антифлэш-позиция плюс позиция также на чеке. Вот непонятно, что скрим так сидит. Так, а что же это за пауза у нас на сервере? Да, пауза на сервере. Егор, спрашиваем сейчас мы у судьи главного, что же там происходит. И он нам, наверное, напишет это дело, если я не ошибаюсь. Так, ну все, уже пошла игра, отжали паузу. Пошла игра. Наверное, какие-то проблемы на следующем раунде были у команд. Ну ладно, смотрим. Лив. Лив он такой, Лив Ковальский уже на улице и будут заходить мейн, наверное, да, стараться. Да там вообще не только Ковальский. Там Лурд, Ковальский, да, Мичу, Инноссент и Минис контролируют спину. Поляки будут проходить по улице. И посмотри, Смит с диглом. Попытка отстрелить хоть кого-то на дальнем расстоянии пока ничем интересным не увенчалась. На самом деле, опа! Первый съел. Сейчас будет просто Смитс перестреливать Фрайберга. Ну вот что делать с такими парнями? Вот вчерашний Фрайберг был жестче, но Смитс тоже удивил. Хороший хедшот против Лурда. И поляки, играя антиэк раунд, просто съели сейчас на ровном месте. Скилл не пропьешь. Скилл никуда не делся. И все-таки NBK банда — это NBK банда. И вот с ними тяжело. С ними тяжело. И они сейчас это доказывают всем зрителям, в первую очередь, и себе. Шокс на девайсе, ну, все, знаешь, хорошо. Самый главный провал произошел в десяточке, а именно на территории террористов, которую контролировал Миниск, на которого ворвался Шокс и просто как-то, не знаю, забрал. Тем не менее, закрыть раунд в свою пользу у поляков присутствует шанс на это, и они хотят это сделать, играют максимально аккуратно. Ну, такой обычный антиэко-стилечек, и вот неравная серия разменов. Против будки остается. Инноцент не знает о том, что в будке есть скрим. И, соответственно, легкий минус для Адиля. 1-1. Сравниваю счет. Титаны будут, наверное, сейчас драться. Какой же хороший пистолетный взяли мимы. И бездарное эко моментально отдают в ответ. Ну да, да. Можно было, наверное, и... Ага, смотри, вот что произошло. Наверное, пауза нажималась, потому что залагал миниск. И Шокс воспользовался этим. Ну... Возможно. Неприятная ситуация. Но, тем не менее, все равно сами виноваты, как говорится. Так что не будем спорить, не будем рассуждать. Сами виноваты, что так получилось. Так, ну, пауза стоит. Onesick More просят поляки. Ну, понятно, это такие парни, вот вообще поляки. Я не знаю, менталитет у них, что ли, такой. Они даже на черке карт куда-то пропадают. Идет черт карт, парни пропали, короче. Потом возвращается Лурд, сори, One Mom. А, да, ну давай нюк играть. Цибуля возвращается. Цибуля возвращается, да, Цибуля камбэк. Ну что ж, вот пауза пока стоит, наверное, зайду на Healthy Work все же и проверю вообще, что там у нас происходит в прошедших матчах. Просто вот хочется уточнить, да, Мираж мимо отдали Нави вчера отдали. На параллельных турнирах мимы сыграли. Ого, с киками 15-15, неприятный групповой этап для них зашел, 7 раундов взяли у Непов, а вот у Титанов... Знаменательная, по-моему, ничья на StarLadder с Фнатиками и более-менее, ну даже не более-менее, а очень уверенный нюк против своих же соотечественников из LDLC. Уверенная победа на DreamHack'е в Стокгольме на карте Денюк со счетом 16-10. Также не оставили Фнатик шансом французы на том же DreamHack'е. Ну, в общем, это тот ивент, который мы не комментировали по причине отсутствия прав на трансляцию и все, что можно... Сказать, что мы игры не видели, но счет говорит сам за себя. И готовы команды продолжать играть. Да, гол пишет Scream, гол пишет Innocent, и мы готовы тоже смотреть за продолжением этой встречи. Это можно назвать продолжением банкета. Просто все, понеслась. Пистолеты от Meet Your Maker сразу же берут CZ-шки, арморов нету, будут бежать пустые, но есть раскидка. И, скорее всего, попробуют пройти... Опа, будут выходить на ап. Два игрока с раскидкой запрыгивают сейчас на крыше, как видим. Да, и будет... Да, какой-то нашифрованный раунд сейчас мы с вами увидим в исполнении команды МИМ. Ну, надо здесь доставить много дискомфорта. Титан понимает, что, скорее всего, поляки будут играть именно так, занимать позиции в пленте, что, собственно, сулит удобный прием атаки при любых флешках, дымах и при любых раскладах. Ну, вот отвернулись от всех флешек. Ну, вот бомба упала на верхнем пленте. Миник заходит под маяк, Мичу в двери и... Не знаю, вряд ли удастся поставить плент, но минус Мичу делает, выбирает скрима на верхнем пленте. Мичу сейчас тоже долго жить не будет, Экзистенс уже его задавил. Ну и Миниск, который просто пробежал всю карту, вернулся обратно на инсайд. Сейчас думает, а зачем я прошел под маяк, если вы бомбу отдали на... Хотели выйти в дым и под шумок поставить.
Но задачу минимум Миниск выполнил, забрал NBK на рампах и был шанс еще забрать Шокс. Чудом выживает Шокс, 30 хп остается у француза, ну и 2-1, не без проблем, титаны берут эко. Французы ловкие парни, вполне вероятно, играют праки с мумами, но вот ожидали именно гранат, именно дыма, флешика вот этого выхода, собственно, и остались на планете. Давай сейчас посмотрим, как они встанут на... Потому что сейчас еще один эко, принято решение сыграть его, все-таки доиграть серию из двух экономических раундов. И на цен дигл, игра улица, лурд догоняющий. Ну, в общем, неординарный сейчас будет раунд от мумов, вряд ли что-то увидим заготовленное. Но зато посмотрим красивые фраги с автодиректором, наверное. Так, вот и на цен. Оу, полегче, парень. Ну вот, наконец-то радует нас автодиректор, ловит отличный фраг, NBK на рампах. Минус Ковальский и мини-сисек. Миниск, елки-палки. Миниск. Ну, принял, лучше испугался выходить дальше и разменивать красного NBK. Понимал, что в перекрестном огне в любом случае проиграет, даже если убьет его. Потянут время игроки польской команды. А вот Existence сыграл сейчас крайне уверенно и забрал Нацента. И Нацент совершил, на самом деле, ошибку. Лучше бы укрепились и вышли на рампы все вместе, чем идти за девайсом, как, не знаю, как мухи на какаху. Ну, вот знаешь, девайсом забрал без особых проблем, потом решил пойти под маяк, а вот там его как раз-таки туда увидит. Тем не менее, сплит, в принципе, сыграли нормальные сейчас игроки команды Meteo Makers, но Existence не задавили, бомбу проиграли и нигде ее не поставили. Денег хватит, но это один бай, который может, в принципе, исправить сейчас все мумам, немножко поправить ситуацию и при счете 3-2, скорее всего, поувереннее уже начнут выглядеть. Отдача, конечно. Кстати, для Мим это, по-моему, уже финальный завершающий матч, как я понимаю, потому что они уступили, в принципе, всем фаворитам чемпионата. Вот, и на лан-финалы парни могут просто не пройти. А помимо матча с Титанами, у них сегодня еще и Фнатик на подходе, что, собственно говоря, сулит кучу неприятностей. Так, Existence приятный сейчас подловил на улице Ковальского, проштрафил в дым. Так, ну смотри, куда уже забрался Innocent. Уже готов выходить на нижний плент, как раз таки туда стягивается у нас. Кто же это? Это Смит с ВП. Самая важная роль все равно досталась Миниску. Так, поляки раскидали нижний, уходят обратно на ап. Миниск в этот момент ждет поджим с радио. Но на радио никто не идет из французов. Французы пытаются сыграть на выбивание, но бомбы нету, игроков атаки нету. На, и поляки просто обвели вокруг пальца сейчас французский дефенс, но если ауч, бы не скрим. Ау. Вот творит скрим. Вот сыграли просто четкий раунд. Все было круто, но почему-то не убили скрима. И непонятно, как этот парень совершил правосудие в пользу своей команды. 4-1. Жесть. Четкая заготовка от поляков, но вот стрельба. Да, на самом деле развод получился очень даже четкий. Французы практически всем составом стянулись на нижний плент. Были готовы принимать атаку туда, но поляки побежали наверх. А там был скрим. И этого хватило, чтобы взять раунд французов. Шокс минус Мичу. Так, вот. Это был снайпер. Это две банки. Две банки, друзья. Тиноцента против Смитса. Уже залетают. Он пытается дать третью. Будет ли она? Нет. Да нет. Забери ты АВП в окнах и сделай уверенный минус. Да не, Шокс не даст. Шокс не даст. Там уже была хелпа. Уже все было понятно. С инфой Титана быстро перекрыли. Но Тиноцент явно красавчик. И Смитса он точно недолюбливает. Хотя, скорее всего, будет наоборот после первой половины. Но у поляков все еще один. Фраги хорошие, попытки красивые, разводы успешные, но нет бомб, нет раундов, что-то надо менять, значит, и будем смотреть. Так, и посмотри, Миниск покупает снайперскую винтовку, отправляется с ней, ну, наверное, постарается стрелить игрока или на рампах, не, или не, он в пристройке. Он уже играл на нюке, а ВП пытался реализовывать реально в нестандартных позициях, ну, типа плент, убить рампы, убить мейн выходящий, и, ну, как-то в большей степени его не задействовали. Так, Existence уже где-то находит свой опенфраг. Да, забирает Ковальского, где-то произошло. Ну да, это улица. На улице нашел поляка. Existence. Вообще не понимаю я Миниска, если можно было пойти и сыграть на размен, неплохо. Ого, дергают Миниска, просто плотно простреливают, Шокс его добивает, все, минус 5000. Невероятно агрессивная игра от Шокса, просто с длинного врывается на улицу. Один, без всякой помощи тиммейтов, забирает снайпера команды Мим. Ну и NBK сейчас, по-моему, накажет команду Мим на железке, если, конечно... Не, уходит красиво. Идите ко мне, сладкий, говорит NBK. Там но на помощи мячу... уже Смит. За плентом. Дает два отличных минуса, забирает Innocent и Мичу. В живых остается только Вурт и Вурт. Ты посмотри, NBK все равно подрал двоих, притом плотно по минус 50 схватил каждый. Один при выходе, один на вилке.
И, в принципе, на нем уже раунд заканчивался. Все, мам, надо сейчас делать какие-то, не знаю, опенфраги. У них их нет. Просто нет. Идет тупая серия. Взяли пистолетку, 7 подряд. 6 подряд отдали. И да, тяжело. Реально, после пистолетного раунда сплошные провалы от команды МИМ. И пока мы не видим, за счет чего парни готовы выбираться на финалы 9-го сезона Star серии. Ну, по-моему, здесь closed game для них. Мне кажется, это будет дисбант от организации, если эти парни не будут выигрывать. Но еще пока время покажет на самом деле. NBK тем временем. Есть опенфраг. Забирает Минитка. При попытке поляки потеряли практически все, что... Но это просто жесть. Рассыпаются один за другим польские игроки. Титаны... Ну, идеальный прием. Просто вообще, вот никаких нареканий, никаких даже... Никто даже не критиковать, не обсуждать ничего. Знаешь, когда по улице проходили... Польские игроки, им залетело просто 3 гранаты или 2 под ноги. И остались практически все красные. Чудом добрались до длинного, зашли, ну а там дальше просто накрыли банкет французы и без потерь взяли этот раунд. 7-1 и продолжают титаны громить своих польских оппонентов. Агент 007 у нас тут в лице Цибули нарисовался. Уже 0-2-8. 0-0-8 даже, можно сказать. NBK минус Миниск. 0-0-8 вот папиросим вместе с Цибулькой. Не, ну вот тут, знаешь, Meteor Makers чувствуют игру хорошо. Карта явно готова у них. Ну, видно, что они там могут играть разводы, понимают, что происходит. Но перестрелки, в перестрелке парни лезут явно не по шансам. Вот после первого фрага против Миниска от NBK на рампах становится понятно, что ищут мумы какой-то шары, и либо им здесь не повезло с пиком, что, в принципе, есть эту вероятность. Кстати, черкали, по-моему, первые мумы, если я не ошибаюсь. И явно для них это демотивация. Так, ну вот посмотри, по-моему, в лице Ковальского есть небольшой нежданчик для команды Титан. А там антифлэш позиции Смитс второй прикрывает, там увидит, по-любому. Ну и что, мумы пошли, вайлд, скрим. Смотрим на Лурда. Так, ну Лурд. Сделает ли минус Лурд? Нет, просто даже не успел выстрелить. Короче, 9 Лурда идет к успеху. Сегодня играет только Мичу на разменах и Инноцент на опене, а вот Лурда не видно. Господин 0 на 9 идет название типичного рулона этого игрового дня. Просто в лучших польских традициях играет Лурд. Напомню, законодатель клуба рулонов именно из Польши. Экраунд от команды МИМ. Поляки понимают, что вот с такими слабенькими баями продолжать дальше играть не стоит. Лучше слить один и постараться как-то удивить действительно своих соперников. Ну и смотрим. Очередной прием 5 в 0. Титаны просто и со вкусом разбираются с игроками команды МИМ. Мне поляки напоминают вот чувака, которому сказали, убейся головой об стенку. И он вот это делал каждый раунд. Вот. Предлагаю смотреть только за этим парнем, потому что чем дальше, тем интереснее. Да, давайте смотреть за Лурдом. Нет, он просто идет к успеху. Еще немножко, и господин Цибуля просто покорит сердца всех своих фанатов. Ну смотри, сейчас у него план... Сейчас у него... Он решил сделать свой первый фраг прострелом, но чуть-чуть не везет парню. Он может спасти себя сейвом, конечно, в любой момент. Слушай, он прострелил всю крышу, столько дырок в ней наделал, но вот что-то... Пока не попал. Ну, пока не попал, есть да. Есть хорошие новости для команды МИМ. Они убили Шокса, да, это Ковальский самый опасный. Сделал open frag, но это еще не все. Лурду надо не умереть и сделать минус. Ну вот мы как раз таки за этим наблюдаем. Так, Лурд кидает дымы. И смотрим, что будет делать Лурд сейчас. Попытка Цибули выбраться из... Из минуса, из нуля. Не, прикинь, сейчас своего задавит при выходе на ап. Мечу убьет, это двойные шансы. Я знаю только одного игрока, который закончил со статистикой минус 1 на 16. Эйкер, и там было минус 1 на 17. А, нет, но это за две стороны. А есть такой еще Сергей Бежанов. И никто направо не посмотрел! Никто! Ну вот хадзасист, третий ассист от Лурда и... По-прежнему 0 фрага в активе. Ай-яй-яй, никто не смотрит, просто выходит и никто, тупо на морозе никто не смотрит на каналку. Там стоит чел на вентиле и собирает в спину двоих, третий заметил. Продолжаем смотреть этот великолепный матч и издевательство над командой Meteor Makers в прямом эфире на StarLadder TV. Минуты насилия. Просто это, знаешь, вот есть трючок «Rape me». Да-да-да, «Rape me, my friend». И вот как раз-таки Цибуля запевает.
Ну, у меня просто нет слов, мы продолжаем смотреть за Лурдом, у нас уже фан-клуб образовался. Так, Смит забирает на длине мениска. Подожди, да, на длине все правильно. Не ошибаемся, попадает еще и по Ковальскому. Ну, Лурд, пришло твое время, надо выцеливать. Настало, Смита. Настало твое время, Лурд. Давай, нет, Лурд передумал простреливать крышу. Как раз в тот момент, когда оппоненты занимают верхний с лохов и с фронтекса. Ну, знаешь, прострелы это чисто интуитивно. Тут прочувствовал, не прочувствовал, тут, я не знаю, присутствует все-таки элемент везения. Ну да, либо ты как дурак стреляешь в пустой плент, либо да, ты как... либо тебе везет, и ты нашиваешь. Либо ты как умный скилловый бро убиваешь. Так, Лурд выходит третьим, будет разменивать. Иноцент минус экзистенс, отлично. Иноцент минус НБК, ну, вот супер. Иноцент забирает все фраги Лурда. Лурд! Ну все. С почином, братишка, все, 1 можно на 11. Можно переключать, да. 1 на 11. Найс, Лурд. 1 на 11, теперь можно выигрывать раунд, но не тут-то было, есть попил. Ого, все, скрим сейчас будет 1 в 3 разбирать, ну, закрытый. Ну вот стоило Лурду сделать минус, поляки сразу же берут раунд. Вот так да. Ковальский вышел в пустой ап, скрим хлопнул дверью, ну и спалил сейчас свое местоположение. Естественно, бомба будет стоять на маяк. И Лурд уже идет ее ставить. Нет, не разбился. Ну 100 хп, ладно. Пока можно. Так, посмотри, Ковальский на прицеле держит пристройку, и как раз-таки туда будет врываться скрим. Лурд, finally! And Лурд! Ах, Лурд, скрим! 1 на 1 с иноцентом, иноцент красный просто, как... Так, и посмотри, скрим спалил позицию своего оппонента, знаешь, что тот находится на маяке, если подберет гранатку... Ай-яй-яй, это флешка. Если бы это было хае, был бы просто провал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А раунд был так близок. Раунд был так близок. Лурд даже два фрага за раунд от Лурда просто не помогают его команде. И скрим вообще не понимает, каким... Парни, какого хрена я беру раунд 1 в 3? Как ты вообще из девятки умер? Да скрим говорит, какого хрена вы отдались Лурду? Это про... Все, это камбэк. Это камбэк от Meteomaker сейчас будет. Все, счет 11-1. У поляков бомбит. Надо брать еще 3. 11-4, потом пистолетку, а потом не давать ни шанса. И просто разрывать команду из Франции. Но это все мечты. Мечты болельщиков команды Meteomaker. Что будет на самом деле, мы сейчас увидим. Я смотрю, скрим настроен серьезно принять апленд. Так, сменит поджим за... За красный Ковальский забирает его, но ну, Шокс вот, разменивает моментально своего тиммейта. Ты в курсе, что Шокс сейчас просто свертуна ему раскинул? Ну, типа, Ковальский вышел, видел его спину, Шокс такой, хоп, привет, моя спина в тебя убивает. Лурд. Шокси, игрок, который стреляет спиной, Лурд не оправдал ваших ожиданий на третий фраг, и 11-1, 12-1. Минус иноцент, вообще изи для Шокси, перемещается по карте, как черный плащ в мультфильмах, там, я не знаю, со столба на стол. При мячу остается последний. Ну, действительно, поляки очень слабо выглядят в этом матче, не показали абсолютно ничего, кроме хорошего пистолетного. Так, ну мячу, что, будет выходит на апленд. Есть шанс убить мейн, но Шокси, ой-ой-ой, Шокс просто коварен, вот статистика уже 16 на 5. И начал дверь еще подергал, это жесть. Это жесть. Так, мне мем жалко. У Слэма лаги кто-то написал. Лагов не... А, не, было 324 дропа, друзья, до Twitch TV. Извиняемся, но это уже интернет. И потом попробуем поменять как-нибудь сервер. Ладно, давай смотреть дальше за встречей. У нас еще не определился Лурд. Так, будет вот ли... на самом деле, знаешь, такую же игру мы видели. Команда Мим играла против команды НИП. Проиграла первую половину со счетом 12-3. Проиграла пистолетный раунд в защите, после чего взяла экономический и начала тащить. Так, если смотри, поляки повторят сейчас такую же игру, ну, не знаю, меня они хотя бы порадуют тем, что умеют играть за дефенс на нюке. Ну да, это в принципе, да. Так, Смит сейчас будет выбивать улицу. Там его, в принципе, ждет Коваль... Да-да-да, заметили, да, вот знаешь, они... что Ковальский находится за ангаром. Французские радары, а? Он еще полез подергаться, в итоге... Ох ты ж, Смит промазал, как красиво, но... Экзистен забрал Ковальского, и поляки опять потеряли все... Практически все шансы, Миниск исправляет ситуацию. 50 на 50, 2 в 2, и есть 48 секунд. 48 секунд. Надо попытаться скооперироваться и на центру, и Миниску, и убить хотя бы еще одного на пленте, но... Ну вот посмотри, куда пробирается Шокс. Фигня, если... да. Фигня тут, знаешь, вся в том, не то, что один игрок на нижнем пленте, а в том, что это Шокси. Ну вот падает Миниск, Иноцент, один против двоих. Иноцент! Хорош, хорош. 20 секунд до конца, и бомбу надо поставить. Ну вот не даст этого просто так сделать экзистенс. Капитан прическа. И... па-па-па-па-пам-па-па-пам. Иноцент! Берет этот раунд. Давай, всего лишь два фрага. Но зато какие. Второй раунд для польской команды в этой встрече. Но этого мало. Так, ну надо взять третий. И все тогда идет по накатанной.
По накатанной. Будет повторение сценария с командой НИП. По накатанной дорожке. По накатанной тропинке. Просыпанной дорожке. По накатанной тропинке. Слушай, такое ощущение, что вот Титаны реально сейчас просто играют. Так, ну и посмотри, поляки. В последнем раунде первой половины быстрый выход на рампы. Ковальский будет делать опенфраг, но нет НБК. Ну, повезло Ковальскому. НБК тоже подкачал сейчас. Зато Смит с ВП может сейчас показать нам интересный французский стиль и манеру поведения. Миниск открывает. А, хорошо, есть замок. 3 в 2. Численный перевес выбивает именно польская команда. Шокс прячется снизу. Смит с девятки. Единственное, что Смитса может не спасти, это игра с ВП. Он не мобилен, но он может... Ой, он под маяк. Да, да, если подводит под... сейчас Мичу, заметил вроде бы поляка. Ну, поляка его сейчас попробует раскидать. Флешечка. Так, ну и куда же пойдут у нас игроки команды МИМ? Вроде бы собирались идти на верхний флент, но потом передумали и пойдут все-таки в гости к Шоксу. Ну, Шокс, я думаю, будет ждать до последнего момента. Нет, не, под идут маяк. Под маяк, да. Идут под маяк. Эх, эх. Ну, Смит поменял девайс. Да, Смит теперь уже не с ВП и видит девятку. Не перестреливает. Он падает при этом, забирает Миниска. Шокс понимает, что это атака верхнего плента, и только сейчас начинает... Так. Мич услышал то, что Шокс идет с рампов, будет сейчас его ловить на вилке, да. Нет, все. Не слышали поляки. Поляки сами удивлены, то, что Шокс был на нижнем. Не, Мичу, когда уходил, он слышал то, что он снизу бежал. Вот тот Мичу развернулся именно поэтому. Они еще думали, что делать. Так, ну и посмотри, что в итоге получается. Урт 11 хп, Мичу 33. Шокс полностью здоровый, готов разрывать польские тела. Идет раз... Так, подготавливает еще план, дает дым. Опа! Четко опа! Приземляется на нижний. У теряет него... при этом всего лишь 30 хп. Лурд его обходит с маяка. И сейчас бы бомб has been defused было бы в самое время. Минус лурд. Опа, знаете, где находится последний Мичу? Ну, слишком мало времени остается у Шокса. Надо было дефузнуть, но нет, нет, нет. Он мог вообще просто дефузить и... Ну, Шоксу принципиально сделать минус, тем не менее... 12-3. Заканчивается первая половина. Очень хороший тютелька результат. Тютелька в тютельку точно так же сыграли с НИПами. 1-1. Ну, вот очень хороший результат для французской команды. В принципе, пока по стилю они доминируют. По внутриигровому какому-то принципу. Ну, вы видели стрельбу. Конечно, поляки могут стрелять, но это единицы игроков. Опять-таки, не все. Не все. И тяжело. Тяжело польской команде определенно в этом матче. Ну, Турду особенно тяжело приходилось в атаке. Еле настрелял свои 3 фрага. 3 ассиста, 15 смертей, 1 MVP, 14 очей. Ну вот, непростые времена нынче. Очень непростые. Ну и будет что ж сейчас. Прикол переприкол. Это вторую половину, скорее всего, поляки попробуют удивить чем-то французов. Я даже думаю, что не будет простого раунда. Скорее всего, либо проброс улицы, либо укрепят А на четверых. Но в любом случае у французов есть элемент неожиданности. И уже один минус дает просто... демотивацию всей команде МИМ. Ой, так, парни, вот пистолет мы не берем. У нас уже было куча предположений, что же будут делать поляки в пистолетном, но что будут делать на самом деле, давайте смотреть. Так, нацен 10 на 13. Ну вот на него можно возлагать надежду. Лурд не проснулся, Миниска не видно, Мичу старается. Ковальский что-то сдал вообще. Но в последних матчах мы за ним наблюдали, он не особо сильно себя показывал. Видно то, что немножко отличается он стилем игры от своих тиммейтов. Может быть, в этом дело, а может, в уровне реально разница. Так, ну и смотрим, что у нас происходит. Да, это будет выход на верхний пуэнт в исполнении команды Титан. Первый падает Лурд. Ну, ты на центр, да, все защемил НБК. Ну, тут, короче, ГГ. Чувак, на самом деле сценарий такой же. Если поляки сейчас возьмут экраун, то эти парни будут тащить до последнего. Ну да, но это не те поляки, это не те 3 парня, которые в основном привыкли такие, такие матчи выигрывать. Здесь всего лишь один этот парень и 4, так скажем, новобранца-молокососа. И вот непонятно, смогут ли они это сделать или нет. Не, ну как, возьми весь опыт Лурда, Паши, Таза, Нео, сложи его воедино, добавь туда Кубина и вспомни, сколько эти парни вытащили. Я бы еще Люка притащил. Ну еще и Люка туда, если притащить, это вообще будет... Чтобы был четкий снайпер. Да, Counter-Strike, безобразие. Ну вот он забил на КС как раз в тот момент, когда команда... На пике славы. Да, на пике славы, на пике славы. Но у него были очень, как я понял, внутренние проблемы внутри самой пятерки. Были просто необсуждаемые, потому что кто-то кого-то обманул, об этом писали в Фейсбуке. Короче, вот у поляков всегда мыльная опера в Фейсбуке. Если читать, то становится как-то непонятно. Ребята, вам 24-25 лет, а у вас Санта-Барбара. Смотрим. Сейчас, на самом деле, решается судьба команды МИМ в этом матче. Парни приготовили, ну вот, парочку таких интересных позиций на
всех плентах, но куда все-таки пойдут французы? На нижний вроде бы не хотят, будут через посадку заходить на верхний плент. Шокса подсаживают. Посмотри, 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 Лурд пошел его чекать. Есть так. ли шанс? Ну да, ожидают поляки подсадки в исполнении команды Титан. Увидел, нет, не увидел. NBK забирает миниска, скрим, минус Лурд, ну и дальше все. Все хотел сказать по накатанной, но нет, и на Сэм забирает скрима, будут поляки бороться. Ну, один минус есть, но на, просто выходит замок, плюс маяк занят, шансов нету, мячу с Юспом. Один против троих и здесь. Ну да, его просто загрызли. Без шансов. Без шансов от французской команды. Идеальная антиэка по улице. Слоуплей в сторону маяка, подсадка, при том, что двойная аж. И Лурд ее видел, знал, но не поменял позицию. И дефолтным просто стрифом вправо скрим с префайром вышел на Лурда. На этом уже раунд был, грубо говоря, закончен. Шанс, конечно, был здесь на то, что Плен сыграет, но у Meteomakers просто были пистолеты. Были бы девайсы, они бы приняли, я думаю, но вот с пистолетами тяжело. Ну, берут девайсы, наконец-то, с первыми арморами. Понимают, что финалочка. Так, NBK вообще сразу взялся за УК. SG-553 в его руках было и... Шокс. Открывает Ковальского, Мич на рампах, падает от экзистенса, ну и... В принципе, все, можно писать ГГ. Да, это 15-й раунд для французской команды, хотя 3 в 4, подожди. Поляков напрягли на, но они могут сейчас подстроиться и выбить с длинного. Есть на это определенные шансы. Лурд может, если соберется, сделать минус. Но опять не идут в длинный, думают то, что это ап, потому что один игрок раскидывает бомбу уже снизу. Да, и... бомба спокойно проходит на нижний плент. Иноцент вообще потерялся, чекает девятку, там его тиммейт. Ну, будут сейвить девайс на следующий раунд, не пойдут, наверное, выбивать. Да, именно так. В общем, по накатанную поляков Лурд не засейвил. Да, Innocent. Даже не пытаются сейвить. Да, пытались выбить, падает миниск, падает Лурд. В живых остается Innocent. Ну и хоть он постарается засейвить девайс. Вот из-за грамотной паузы в атаке поляки не поняли то, что все-таки это будет нижний план. Плюс один игрок раскидывал. Вот когда выходили в середине раунда на улицу и пошли в нижний, я уже думал, что сейчас реально пойдут и смогут принять. Но отвлеклись на эти гранаты на инфу с девятки и... Раунд на этом был закончен. Да, Innocent засейвит девайс. Не отдаст он свой кольтец. Будет бороться до последнего. В первом матч-поинте мим будут с одним девайсом. Может быть больше, что там. Так, ну да, на больше не хватает. Лурд покупает Максим. Есть у Мичу ФАМАС. Innocent дропает также еще один ФАМАС. Ну и в принципе, да, это можно назвать форсбаем. И попытка отыграть первый матч-поинт. Ну и, друзья, кто присутствует на трансляции, не забываем то, что после этого матча нас ожидает встреча команды Fnatic и команды MIM после небольшого перерыва. Я надеюсь, что вы останетесь, и мы посмотрим еще один замечательный матч сегодняшнего игрового вечера. Вообще, в пятницу обычно Европа не играет, но вот перед готовиться решили некоторые матчи все-таки отыграть. Наименее важные Титаны. Вот Fnatic вчера вообще была зарубана. Так, ну что, здесь без шансов. Увидимся, наверное, уже на матче Fnatic. Да, ждем последний минус. Миниск 1 в 3. Скрим врывается в пристройку. И будет ли фраг от скрима? Да, есть фраг. Вау. 16-15. Что-то лагануло у нас. Нет, 16-3. На самом деле счет. Да, 3-16 не очень хороший результат для команды MIM в этом матче. Но на самом-то деле это их сейчас отправляет из стадии как бы группового этапа Star-серии в стадию «нам надо в ней остаться и не слить еще пару важных матчей». Так что давайте, наверное, сейчас зайдем на CSGO Stralder TV и посмотрим. У них там и так не очень хорошие были позиции на начало. Так вот пытаюсь я нажать кнопочку «Лига». Наконец-то нажалась она. Ну да, у них вот... Где они? Три игры, три поражения, минус 22 раунда в общем. Ну и вот сейчас добавится еще немножко. Еще одно поражение, четвертое. Ну и матчи, которые команда MIM провела, собственно говоря, были... Или нет, у нас, по идее, должен быть результат моментально проиграть на сайте. Да, что, уже да, есть. Это три поражения всего лишь. 3-16 проиграли Титанам, 10-16 уступили Нави, 13-16 проиграли НИП. Но тут поборолись, видишь, французы все-таки жестче стреляют. Ну и все остальное это уже про серию, которую они выиграли у Miami Gaming. Да, мы отправляемся на небольшую рекламную паузу. Она продлится около 20 минут. После этого матч Fnatic. Да, наверное, меньше по-любому. И все, в общем-то, вы все сами прекрасно знаете, все понимаете. Увидимся после небольшой перебивки и паузы, как сказал Страйк. Рейк!
Raise your hands up.